вообще ждете что-нибудь от своих мужчин? Конечно. Да, мы ждем не только цветы, а более дорогие подарки. Ну, там, украшения. Да-да-да. Ну, что вот такое. Цветы – это просто как бы, это к подарку. А подарок… Приложение. Да, это приложение к подарку. А подарок должен быть украшение. Приложение. Ну, да, это тоже. Что вы ждете от своего мужчины? Подарок. Какой? Ну, прежде всего, цветы. А вот девчонки сейчас молодые сказали, что цветы – это приложение к подарку. Ну, вы знаете, когда нету возможности подарить большой подарок, в общем, самое главное – внимание. Вы не знаете, почему некоторые розы стоят долго, а некоторые вянут практически сразу? Говорят, есть такая вот как бы притча, да, что какой человек дарит тебе цветок, да, так он и стоит. Если с доброй душой, с добрым сердцем дарит, значит, хорошо и стоит. В общем, наверное, вы это даже. Вот если принес цветок, и он сразу погиб, значит, что-то было не очень хорошо, да, как-то вот. Надеемся, что все цветы, подаренные на 8 марта женщинам, будут стоять долго. Да, конечно, только долго. Всех женщин Витебска поздравляем с 8 марта. Здоровья всем, чтобы оставались всегда красивыми, такими улыбающимися, дарили весну и праздник нам, мужчинам. Ага, а вы что-нибудь будете дарить на 8 марта? Обязательно. Цветы. Кому? Жене, только жене. Одной. А всем остальным? А всем остальным улыбки. Наряжаются. Женщины сами себе? Сами себе, да. Надо срочно сюда мужчин. Надо. Проходят мимо. Что такое? Может быть, еще рано, может быть, все только 8-го опомнятся. Надеемся, что они как можно раньше опомнятся, что нужно все-таки для женщин делать подарки, делать им приятно. Ну, поздравляю всех женщин с таким хорошим праздником, с Днем весны. Всего хорошего. А любви? А, любви и счастья, конечно. И любви тоже, в первую очередь. Чтобы девушки вообще женщины. Супер. А вы будете давать эту любовь? Конечно, мы всегда даем. Да. К мужчинам обратимся. Чего мы от них хотим? Мужчины наши всегда оставались мужчинами, в первую очередь. Ласковыми были, любящими, желанными. Не жадными. Внимание, любви, ласки и преданности. Самое главное – здоровье, счастье, чтобы всегда цвели не только в 8 марта, но и постоянно, весь год. А это от мужчин зависит? Так, конечно, самое главное – это мужчины.